фестиваля «Продуктивная ситуация республики Башкортостан» на тему «Наказание башки в Башкортостане». А я снимаю репортаж, не прямой эфир. Чего вы там? А мы там с верблюдами работаем же. Да. Ваши аплодисменты. Привет из Республики Башкортостан. Давайте угадаем, где находится Республика Башкортостан. На карте, да, раз. Как думаете, виза нам нужна? Странно. Какие деньги ходят у нас? Такие, как в Калмыкии, я думаю, да? Потому что, когда мы представляем нашу республику за пределами нашего региона, обычно спрашивают, где мы, кто мы и что мы. Лучше всего рассказать о нашей культуре, я думаю, можно только через кухню нашего народа. Наши коллеги сейчас подготовятся, и мы сможем вам рассказать, показать и попробовать нашу республику на вкус. Нет ничего лучше, когда туристы, приезжающие как к вам в Калмыкию, как к нам в Республику Башкортостан, уезжают с ощущением того, что они попробовали настоящую кухню кочевых народов. Мы с вами в этом случае немного похожи. Столица нашей республики